Вывеска «Кубанские вина и бросовые цены» притягивают приезжих как магнит, а для управления торговлей это повод для серьезной проверки. Первый же рабочий день закусочной на пересечении Ивана Голубца и Пушкина привлек внимание специалистов. Сегодня выявлен объект, который реализовывал алкогольную продукцию без лицензии потребительскую тару на вынос. Сотрудниками полиции будет применены меры административного воздействия и изъят предмет административного правонарушения. Батарея пустых бутылок красноречиво говорит о том, что планы у хозяев забегаловки были далеко идущие. Но сбыться им не суждено. Полиция вывезла 370 литров суррогата. Собственнику грозит штраф 50 тысяч рублей. При повторном нарушении – уголовная ответственность. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Только за май в результате совместных действий полиции изъято 1740 литров левого алкоголя.